Десятилетний итог развития, важнейшая с точки зрения прогнозирования событий, третья перепись населения Беларуси стартует сегодня. По всей стране заработали стационарные переписные участки, их адреса можно найти на сайте Белстата. Беларусы уже начали получать смс-сообщения с информацией о начале переписи, в них две ссылки, по которым можно заполнить анкеты онлайн. Это главное нововведение, оно не только сэкономит ресурсы и время на заполнение переписного листа, но также повысит качество и безопасность процедуры. Будет предоставлена возможность гражданам самостоятельно переписаться по интернету, это с 4 по 18 октября, а также у нас будут работать переписчики, они будут как на стационарных участках, так и с 21 ходить по адресам, они будут оснащены планшетами. Во-первых, это ускорение обработки информации. В данном раунде переписи это займет 5-10 минут. Количество переписчиков в этом году по сравнению с 2009 сократилось почти в 4 раза, что уменьшило расходы. Интернет-перепись продлится 2 недели, после этого свою работу начнут переписчики.